Компании «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» и «Газпром Газораспределение Чебоксары» подвели итоги конкурсов среди потребителей голубого топлива. О том, кто получил факел сотрудничества и стал победителем в фотоконкурсе для абонентов, расскажет Юлия Важенина. Вот такой факел ежегодно вручается победителям конкурса. Это символ надежного партнера, соблюдающего договорные отношения с поставщиком газа и газораспределительной организацией. В конкурсе принимают участие потребители всех форм собственности, малые и крупные промышленные предприятия, организации, финансируемые из бюджета, и предприятия коммунального хозяйства. Ежегодно проводим факел сотрудничества, который заключается в том, что платить, соблюдая все правила безопасное использование газа. Тем, кто потребляет и, соответственно, осуществляет своевременно платежи, таких людей надо отмечать, что мы сегодня делаем. Всего 11 различных предприятий признаны лучшими. Так, Чувашская республиканская противопожарная служба стала победителем среди организаций, финансируемых из бюджета. Безопасность людей, она во многом зависит и от газа, потому что сейчас газ нам всем доступен, но когда люди неправильно эксплуатируют какое-то оборудование, в итоге приводит это к плачевному состоянию. Победителями среди промышленных предприятий стали «Оконт» и «Канашский хлебозавод номер 2». Среди организаций коммунального комплекса ЖКХ «Маргаушская». Поставка тепловой энергии у нас является основным видом деятельности. Поэтому в этой отрасли, в этой поставку тепла мы уделяем особое внимание, важность конкурсов. В этом и есть, отмечаются лучшие. В виде лучших, наверное, другие подтягиваются. «Плати за газ дистанционно» – так назывался фотоконкурс для абонентов. Тему выбрали в целях поощрения потребителей, использующих онлайн-сервисы. Для участия нужно было запечатлеть моменты дистанционной оплаты и прислать фотографии в адрес поставщика газа. Ну, это получилось чисто спонтанно. Почтовый ящик достали квитанцию, увидели на квитанции, просто проводится фотоконкурс от «Газпром Межрегионгаз». Ну, решили попробовать, посмотрели, прочитали, оформились полностью на сайте. Ну, надеялись, ждали. И дождались. Алексей Иванов вместе с женой Еленой стали победителями конкурса. Как и чебоксарцы Сергей Филиппов, Алексей Чернов и Любовь Сергеева.